Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы на пляже Золотых Песков. Мы приглашаем вас отдыхать вместе с нами. Народу очень много, температура воды очень теплая. Температура воздуха 30 градусов. Поэтому все хорошо. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите последние новости Золотых Песков. Приезжайте. Отдыхайте вместе с нами. Всем здоровья и удачи! Что-то подозреваю, что здесь что-то есть. От нас они не отходят. Полетели. Ну-ка. А кому досталось? Еще видишь, сидят и ждут. Хотите покататься на яхте? Можно взять яхту в аренду и бороздить морские просторы. Но катание на яхте – это дорого. А вот более доступное развлечение – парашют. 70 лев с человека, 100 лев с двух человек. Будете летать, как чайки над морем? Красиво! В жару мы выбираемся гулять к морю по вечерам. Приятно пройти вдоль моря, окунуться в теплые волны, посмотреть закат. Народу на пляже уже не так много вечером. Мы прогуляемся с вами по вечернему пляжу. На Золотых Песках отдыхают в основном болгарские граждане, ну еще румыны. Русских очень мало, ну есть украинцы. Но вообще народу на Золотых Песках очень много. Видимо, во всех странах так. Все курорты заполнены гражданами своих стран. И надо сказать, в этом году погода благоприятствует, потому что она очень устойчивая, весь июль около 30 и больше на взморье. На Золотых Песках вода очень чистая и до сих пор чистая, несмотря на поток больших туристов. Уже август скоро, и мы заканчиваем серию репортажей Золотых Песков. Можно сказать, последними числами июля. Вот так у нас отели захватывают пляжи. Только для гостей мили и захватили весь пляж. Нет свободного места для просто людей загорать и купаться здесь. А вот там, где пляж, без концессии убирать уже некому, видать. Раньше такого не было, сейчас чуть. Свободная зона образовалась такая большая, и тут никто не убирает. Свободная от уборки зона. Да, зона свободная от уборки.
Ну вот мы пришли в центр. Центр пляжа. Центр Золотых Песков. А мы хотим снимать вечернюю подсветку, но она еще не пришла. Ничего, мы дождемся. В центре неорганизованному туристу отдыхать будет сложно. Потому что места у воды здесь нет. И все пляжи считаются платными. Да, вот. Вот это пляжная зона, и мы дошли до ценников. Наконец-то. И теперь мы можем посмотреть, сколько что стоит. Все подешевело. Зонтик 6 лева. Лежак тоже 6 лева. И матрас 3 лева. Итого, каждый день вы должны будете 15 лева отдать за пляж. Сейчас помоем ноги. Здесь переодеваются. В центре есть вот такие раздевалки. Вот мы в центре Золотых Песков. Уже 8:30. Народу очень много. Все бочки с мусором завалены, но это издержки. Пятница, суббота, воскресенье. Здесь всегда больше всего народа. Это просто аншлаги. В своем видео я не буду рассуждать, нужно вам приезжать, не нужно, за Золотые Пески, против. Вы просто посмотрите Золотые Пески в конце июля, на пике сезона 2021. И вы сами все поймете. Это вечерний променад. Я его специально сняла, чтобы вы могли оценить ситуацию. Конечно же, все работает. Отели, развлечения, рестораны. Вы сами все увидите. Какая анимация у нас при отеле. Добрый день, мадам, мы на Калилу за пенсионеры. Мерси.